пойду, милый. Садись пока. Спасибо, но я зашел ради уборной, если вы не против. Сиди тихо, и если что, высматривай агентов. Мы здесь ненадолго. Что такое уборная? Да, я отказываюсь брать ответственность за объяснение. Назовем это место, где государство не подслушивает убийцу. Если у тебя есть любые термально опасные датчики, то направь их подальше от людей. Ясно? Всемогущие не делают исключений. И все же придется сделать. Интересно получается, да? Это что? Яичница. Скучаю по ней. Слишком долго питаюсь одними протеиновыми батончиками. Я тоже ассимилирую материю, чтобы поддерживать свое почти бесконечное самовоспроизведение. Что? Да мы фактически сказали одно и то же. Правда? Да, наверное. Но, похоже, мы в итоге не такие уж и разные. Похоже, будто глупый скот откармливает себя, чтобы я могла поглотить в итоге еще больше молекул. И момент упущен. Я не могу синтезировать яичницу. Ну, конечно. Получается, твои огромные силы хоть что-то да не могут. Кстати, на пятой передаче мой велосипед начинает потеть. Нет, чисто механически. Техника — это просто. Органика — это сложно. Особенно, если я никогда раньше такого не ассимилировала. Ну и хорошо. Последнее, что нам нужно, чтобы убийца Тостер играл в Бога. И я бы все равно не доверял яичнице, созданной тобой. Никогда раньше не ела такое, да? Мы можем вместе иногда такое готовить. Это немного глупо и типично, но можно еще будет добавить бекон. Примерно вот так. Видишь, похоже на... Мясное лицо. Да, можешь называть так. Стой, вот, зацени. Добавим немного соуса или наподобие, и выходит... Лицо Бога. Ты же знаешь, как странно пытаться сблизиться со мной через эти житейские штучки. Я знаю, что можно делать лица из объектов. Я тебя все равно расщеплю на атомы, как только решится проблема с динамикой силы. Да, но один из нас только что убил 4 людей перед другим. И я точно не пытаюсь сделать все это более-менее терпимым. Да ты же похитил меня без малейшего плана действий! Это, по-твоему, выносимо? Мужская стокгольмовская фигня. Ты права, мне следовало молчать. Лучше идти. Чем раньше закончим, тем лучше. Истеричка. Прости за ожидание. Чего желаешь, милая? О, божечки! Я не видела, как ты вошла. Милая, ты прекрасна, словно те демонические куклы, крадущие души. У моего бывшего до сих пор моя душа. Но вместо стрёмных глаз и белой кожи, у него была сильная зависимость от азарта. Ха! Люблю тебя. Ты что, с тем парнем пришла? Да, он мой администратор. О, милая, но они же... Жалкие!
Но все норм. Он когда-то выйдет из системы, и я ассимилирую его сердце для батареи, а затем я поглощу вселенную. Да, я думаю, мой племянник тоже есть на Facebook. Что закажешь, милая? Я бы не прочь ассимилировать куриные яйца. Как подавать? В виде яичницы и... Добавь еще бекона. И чтобы она похожа по форме была на... Страшная яичница, ясно. Когда твой парень вернется, просто окликни меня. Хорошо, детка? Мой враг! Нет, Макс, источник всего зла точно не манипулирует тобой. Можешь расслабиться. От этого точно не зависит судьба человечества. Прошу! Прошу! Я не могу понять, в чем моя ошибка! Керри. Ладно, во-первых, ты оскверняешь школьную собственность своими сатанинскими бреднями. Как обычно. Во-вторых, где, черт побери, Макс? Если его нет рядом, то и хулиганы не пристают, так как им меня жалко. И мне не хватает внимания. Я не вправе обсуждать с тобой ситуацию с Максом. Ха, так и знал. Значит, это все-таки миссия правительства под прикрытием. В-третьих, лови. Значит, ты не рептилоид. Но это не значит, что ты не была заражена инопланетным гибридным вирусом. Или перепрограммирована, как советский киборг. Ты и Рефиноус Биовейст похитили Макса на лунную станцию. Или, дай угадаю, ты все еще будешь доказывать, что Луна не голограмма, верно? Кофе. Что я только что говорил об обвинении своих одноклассников. И этим самым моментально понижая IQ всего человечества. Простите, мучитель. Учитель. Учитель. Простите, учитель. Бонжур. С кем я говорю? С этой стороны трубки ваш лучший друг и товарищ. Да, рад говорить с тобой. Итак, ты четко знаешь, кто это. И есть темы, что мы с тобой не обсуждали. Ясно. Возобновление общения не приносит радости. Я соврала, чтобы скрыть истинные чувства обожания. Так необдуманно с моей стороны. Тебя смущают мои намерения из-за того, что я веду себя словно веселая бака-девчонка-геймер? Я игнорирую это. Слушай, Кири, у нас тут небольшие проблемы с кубом происхождения. Что-то... Я не знаю, с ним что-то не так. Я засуну твой позвоночник тебе в пасть! Макс? Эмоциональное раздражение. Дьявол лживый и коварный манипулятор. Любая невинность или человечность, которую ты видишь в кубе происхождения, это хитрая маскировка, рожденная от людей, которых он поглотил. Она поглотила. Кири, она очень убедительна. Кажется, она и правда думает, что она правительственное оружие. И она купилась на историю, что я админ без единого сомнения. Часть меня верит, что они искренне не понимают, кем я являюсь. Не называй это она. Она не человек, как мы. Но, держу пари, оно все равно будет кричать, когда я его разорву. Оно расскажет всю правду, так или иначе. Только так мы спасем мир, Макс. Это нам нужно, чтобы истребить всех их. Чтобы истребить...
Макс, это какая-то странная часть плана. Кири, придется тебе перезвонить. У нас намечается соревнование. Ау! Какого Виабу тут творится? Хачимемасте, Айкан!